нашего царя.
победа! Ты наша победа! Ты наша защита! Ты Бог, крепкая башня! Бежит не праведник и будет спасен! Ты Бог, крепкая башня! Мы укрываемся в Тебе! Мы укрываемся в Тебе! Скажи, Господь, я закрыт в Тебе! Скажи, я закрыт в Тебе! Аллилуйя! Ты моя защита! Чем наш Господь. Аминь. Нет крепче скалы, чем наш Господь. Аллилуйя. Слава Тебе. И написано, что именно Иисус Христос — это тот камень, это то твердое основание, что когда мы становимся на этот камень, когда мы стоим на этом камне, Писание говорит, не поколеблюсь вовек. Аминь. Аллилуйя. Давай еще воздадим славу нашему Богу.
Поднимайся в Духе Святом. Наполни свои уста, наполни свое сердце. Аллилуйя. Наполняй Дух Святой. Наполняй Дух Святой. Аллилуйя. Наполняй, Господь, силой Твоей. Наполняй, Господь, славой Твоей. Мы жаждем Тебя, Дух Святой. Касайся, касайся. Лура шаги, лура ла 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 шей. Аллилуйя, слава Тебе, мой Бог. Носим, Господь, Тебя в свои руки. Мы открываем свои сердца пред Тобой. Наполни своей жизнью каждое сердце. Наполни своей жизнью и своим огнем каждую душу. Дух Святой, наполни своей любовью каждого из нас. Аллилуйя! Дарами шейгу, ламидам шейгу, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наполняй, Господь. Наполняй, Господь, наполняй, Господь, аллилуйя, наполняй, Господь, о-о-о-о-о, наполняй, Господь, о-о-о-о-о-о-о-о. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, аллилуйя, ты шеволове. Все, в чем мы нуждаемся. Ты источник нашей жизни. Ты источник нашего вдохновения, нашей радости. Ты источник нашей силы, мудрости. Ты наш свет во тьме. Ты живая вода. Ты открытая дверь в небеса. Ты хлеб, сходящий с небес. Ты есть путь, истина и жизнь. Ты наш добрый пастырь. Ты наше исцеление. Ты наша жизнь. Ты наша свобода. Ты есть наш мир. Шалом! Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы превозносим Тебя, мой Царь. Ты был, есть и снова грядешь. Ты начало и конец. Первый и последний. Альфа и Омега. Ты Дух Животворящий. Воскресение и жизнь. Боже, мы благодарим Тебя за этот новый день. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой свежий елей помазания. Я молю Тебя сегодня, Господь, за каждого человека на этом месте. Я знаю, что Твое Слово имеет силу спасать, исцелять и освобождать. Твое слово да проникнет сегодня в каждое сердце, в каждую душу, в каждое тело и исцелит Твой народ. Отец, я благословляю Твою церковь. И пусть облако Твоей славы сойдет на это место. Прямо сейчас. И разрушаю всякие твердыни дьявола.
действующего в сердцах и в разуме людей на этом месте во имя Иисуса Христа. Я сокрушаю всякие замыслы дьявола на нашу жизнь. Я останавливаю всякое поражение. Я связываю всякого духа нечистого на этом месте. Разрушаю всякое проклятие во имя Иисуса Христа. Господь, я провозглашаю Твою жизнь в сердце каждого из нас, в каждой душе, в каждом теле. Твоя жизнь. Мы хотим познать Тебя, Господь, и силу воскресения Твоего. Силу воскресения Твоего. Пусть река жизни течет сейчас, на этом месте. Река жизни пусть течет в нашу жизнь, в наши обстоятельства, в наши сердца и души, в наши тела. Я верю, что есть помазание для исцеления. Положи на себя руку. Те, кто сейчас смотрит нас онлайн, и вы сегодня больны, я знаю, что много людей сегодня в нашей церкви заболело, но вы смотрите нас сейчас онлайн, положите на себя руки. Скажи, Господь, я принимаю Твое чудо исцеления. Скажи это своими устами. Я принимаю Свое чудо исцеления. Твоими ранами я исцелен. Ты понес на себе мои немощи и мои болезни. И они были прибиты ко Христу. Поэтому Твоими ранами я исцелен. Я принимаю это чудо и провозглашаю жизнь в каждом органе моего тела, в моей душе, в моем духе, во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь, что я могу сегодня молиться и быть услышанным. Я могу сегодня получить свое чудо, как хлеб с неба. Славлю Тебя, Господь, и благодарю Тебя, мой Бог, за чудесное избавление. Аллилуйя. Я говорю, будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Всякая немощь и болезнь убирайся прочь из жизни детей Божьих. Убирайся прочь. Лживый дух, убирайся прочь во имя Иисуса Христа. Клеветник, убирайся прочь во имя Иисуса. Я слышу в своем сердце, как Дух Святой говорит, не бойся, дитя мое. Я сильнее болезни, я сильнее любых обстоятельств, я выше всего. И я твой Бог, и я твой Отец. Доверься мне, говорит Дух Святой.